Что за бурный оптимизм? Это истерический смех. Ты что, не хочешь начинать новые похождения маленького японского паренька в Большом Гонконге? Ага. Ну как же, смотри, как здорово. Вот мы начали и сразу же легли спать. Всё. Всем здравствуйте, друзья. Всем привет. Вот, кстати, была лампа на пантографе, которую ты никак не можешь запомнить, что это такое. Я запомнила уже. С какого раза, не помню. 8.01. Рио проспал минуту. Негодяй. Почему 0.1? Ровно 8 было. Нет, было 8.01. Смотреть надо внимательно. Стрит перформер на Golden QR. Так как же, мы искали Вуды. И для того, чтобы нам вторую Вуду выучить, нужно вернуть исключенного чувака, который где-то там в районе Golden Shopping Mall. Ну что, в очередной раз задолжаем. Упс. Че, помнишь, как ходить-то? Я вижу. Нет, не хочу платить. Нулем мы, конечно, много чего заплатим. Запиши на мой счет, парень. Самый добрый Такой ты дружелюбный житель Гонконга. Лох. Давай к шопинг-молу сразу. Не деньги же нам зарабатывать в конце концов. А что случилось? Это он сам предложил? Да. Клево. Так. Кудой. Не знаю. Нам куда вообще надо? Вообще нам надо в сам шопинг-молл, наверное. А не выходить отсюда. Развернись. Давай поищем, есть тут кто или нет. Будем как тусовщики в супермаркете. Угу. Golden Shopping Mall. Ух. Ну тут прям Peach Trees. Как в Судье Дредд. Кого-то сжигают? Нормально. Инквизиция. Добро пожаловать в испанскую инквизицию. В гонконгскую. Но никто не ожидал гонконгской инквизиции. Чё тут у вас? Чё, рестлинг китайский? С факелами? Ты там факелы видел? Да вон факел у чувака в руке. Чё, разговаривать никто не хочет со мной? Не, ты никому не внушаешь доверия. Не, нафиг мне эта игра показала этих придурков. Чтоб было. Ладно. Я думаю, с самими-то придурками. Не, подожди. Нам нужен стрит-перформер. Я уверен, что один из них и есть этот самый перформер. Чё ты? Нам нужно только определить, какой именно. Нам нужны люди, которые вот выступают. Как им подойти-то? Не знаю, по морде надо давать. Кто-нибудь? О, видишь, как здорово. Давай, дадим кругаля, может найдем брешь в их обороне. Рио так шумно хрустит чем-то. Булками. Он просто... Это носки. Понимаешь, он как приехал с Гонконга, он даже зубы ни разу не почистил. Да он и это... Дома зубы-то неохотно чистил. По-моему, не чистил вообще, потому что у них там не было ничего. Такой, как активно. Он вообще туда идти не хочет. Вот внутрь. Так и... Отказывается. А если посмотреть? Они как Роберт на концерте. Ну, если бы у Роберта была такая в сеточку маечка, я бы, конечно, не был бы фанатом Supremacy. Наверное. А че вот там ребята справа были? Вот там дальше, за ними. Че они там тусят? Дальше, дальше. Третье? А. Чё тусим? Не, вообще, давай что-то... сразу к бичаре этому. Ни с кем разговариваешь, что ли, не хочешь? Рио, ты сегодня какой-то неразговорчивый. Ч
что-то нетипично для него, да? Что он делает? Мне кажется, у нас что-то происходит с игрой. Выйди-ка из мола и зайди обратно. Где? Давай бегом. Там выход. Да. Что да? Выход там. Мне кажется, у нас что-то забарахлило. Небольшие технические трудности, мы скоро вернемся. Да. Наверное, ты что-то меня-то спрашиваешь. Пинг-мол там было. Не, шоп не поместилось. Пинг. Пинг-мол. Ну-ка, может, что изменится? Нет? Может, других людей найти? Да, пошли, поищи. Может, только там кто-то бомбарочек валяется. О, это наш человек. Я уверен. Это он знает Вуде. Оно. Ты петушара. Их торгового центра вообще пускают. Он владелец. Хипстер. Далеко. Кто здесь? Лиза, правильно ожидая Quick Time Event, передает мне джойстик. И что, много он так заработал, интересно? Пня бы, и все. Камнем по башке, как в этом, капитан Пролин. А так, можешь? Могу. Да по-моему, у тебя есть выбор. Камень да убить, что ли, об камень? Help. Press A at the right moment. Нажмите A в нужный момент. Нажмите A. Ну так, слушай, то же самое, что и с ладошкой. С деревом, в смысле? Будем его пить на этот раз не в дерево, а в камень, об камень? Или что? Сначала, да, только в два этапа. Сначала мы силу выбираем, green, да, то есть чем больше она, тем лучше. И, соответственно, тайминг. Вот. Ну, давай. А. Я не ожидал, что это нужно сделать прямо сразу. А тебе долго думал? Я думал, что оно как и сила можно будет набирать заново. А оно сразу же с одного раза. Ой. Такая у него моська вообще. Здесь сейчас скрип на райзе. Мне кажется, Рио уже вымыл из-за этого. Дружище, мы залажаем тот номер, который мы готовили столько времени. Такой вообще ублюдок. Ладно, давайте попробуем все-таки, серьезно. Ну, хотя бы так. Да он пемзу сломал. Пенопласт. Я тебя не знаю. Он похож на Кафла немножко. А прическа, он, не знаю, на кого похож. На енота. Дохлого, которого он надел себе на голову. Нига. About working, me нига. Сенсей. Он все болтает и болтает, и тебе болтает, и болтает, никак заткнуться не может. Ну? Чё, может, шмоток купим? Пройдемся по магазинам. Рио, ты же в Гонконге, не отказывай себе в удовольствии. Не открывай. Ты же какие кокетливые, а? Да. Хорошо, давай отнесем мастеру. Где он у нас, кстати? Гуань Скул. Не-не, загляни еще раз. Я так и не понял, где эта школа.
назад. Going Martial Arts School, Green Market QR. Понятно, пошли. Выходим? Да, нефиг тут больше делать. Рио пьянь. Че, куда? Так, налево. Веди меня, я вообще ничего не помню. Я, да, веду. Вперед, вперед. Стоп. Табличку нам было вперед. Ну давай вперед. Все равно нам туда. Такой ты размеренный, Рио. Как будто тебе даже зарабатывать не надо. Знаешь, такое напоминает там, я не знаю, какой-нибудь там... Не Гориллос, конечно, вступление, но... Какой-то такой рэпчик, знаешь, начинается. У нас карта же есть, да? Нет? Каких-то районов, да. Но этого, видимо, нет. Да пошли еще. Не-не-не, ну хорош вертеться-то. Сзади же карты продавались. В попе у тебя карта, у тебя нет денег. Чё ты? Давай сориентируемся. Мы, как и в прошлый раз, все наобум сделаем, не переживай. Помнишь, там была куча народа? Давай вперед, вперед. О, стоп, карта была. Сзади слева. Теперь справа. Ай, ты сможешь к ней подойти. Я уже теперь не... Стоп. Да. Да, давай. Так. Видно, чё? Хрен знает. Ладно, пошли в любом случае направо. Так, стоп, стоп, стоп. Вот таблички постоянно, ты не вот нужно на них ориентироваться, понимаешь? Господи, какая ты деревянная. Не, деревянная, ты его деревянная. Нет, это ты деревянная. Слушай, ну где-то так, то есть направо, налево, потом еще раз налево, наверное. Окей. Только налево, направо, еще раз направо. Вообще-то ты направо только что поворачивал, что ты мне лепишь вперед? Вот эта стена, вдоль нее беги. Вот тебе вход. Налево! Куда пошла? Ты хоть поняла, что я тебе вообще сказал? Нет. Вот ворота гигантские. Ёпарас, это только шансунга на входе не хватает. Человек-ориентир. Сяо, как жизнь закончена. Такая зловещая музыка, как будто он не письмо принес. Споры сибирской язвы у него. Синтезатора. Оттано как бывает, да. Хай. Хай. Hello. Тоже как начало какое-нибудь этого. Final Fantasy 5. Дед, не обязательно зачитывать вот письмо вслух? その手紙は一体カイトは武徳の一つじゃ。カイトは。おごり高ぶることなく己を律し、むやみに憲法を使わず、乱れに技を見せず。武徳の一つ、カイ。 Джи. Это звучит похоже на имя еврей. Джи. Аж будь евреем, типа не расходуй движение зря. Какая неполиткорректная игра. Кенпоука ва цнени кокоро о кен ни оки
修練に励むという意味じゃ。じゃあ、総選さんは武徳の会を破り、大道芸人に身を落とそうとも、自分はまだ剣の道を捨ててはおらん。Стал бичом. Но я оставил мастерство боя. Сосенью. Имада кен но мичо юку ка. Ну все, мастер теперь такой. Ну и хрен бы с ним, как бы. Окей, вуду мы выучили. Че дальше? Гон. Да, гон. Ну, пошли дальше спрашивать насчет Вуд. У кого? Кого угодно? Да, наверное. О, эй, чел. Первого же человека похож. Симасен. Нанька гою. Нянька я тебе, что ли? Ну. А выбрать не судьба было правильный вариант? Симасен. Нет. Нанька сюда. Такой вопрос вообще. Просто напротив этого храма восточных единоборств. А вы не знаете, кто здесь преподает восточные единоборства? Нет. Я думаю, что мы только что оттуда. Спасибо. А я продолжу рассматривать текстурированные помидоры. Ты со мной разговариваешь? Он похож немного физиономией на Батиста в этом, в Страже Галактики. Выражение лица у него такое незамутненное. Я знаю только двух мастеров восточных единоборств. А еще у меня... Жопа квадратная. Нового Супермена похож чем-то. Кейл или как он? Кавизл. Я, этот-то толстожопый точно все знает о восточных единоборствах. Чё-то... Деревня ты. Ну, Лис, не тормози, нажимай кнопочки оперативнее, пожалуйста, мы до завтра не закончим. Трон тупит. Сымасен. Нанька? Нянька. Чё я тебе, нянька? Конохенде бюджетска усилимасенка. Э? Э? Додаттакана? О, так это... Чё-то-ста котодэму индес. Нанька кокоратари ва? Коромачни коубкан тою доужо га атта томоимасу га. Хока нива доко ка? Димото но хто ни ките мите кудасай. А ты чё, не местный, что ли? Додеска? Ките мимас. А, да вон дед стоит. Да я, он не забежал в дверь. И вообще дверь исчезла. Открытая. Ямато суши. Ямато это вообще, типа, я не знаю. Ямато суши это как уха Ивановы. Как ты догадался? Потому что я спрашиваю тебя на японском? Что он руками делает? Что-нибудь новенькое в Японии произошло? Ну что, есть новости? Да, клёво. Спасибо. Что с музыкой происходит вообще? Там пердёж какой-то. Ну, суши шоп зашли. Да может спросим всё-таки, а? Да он не хочет дальше разговаривать. Ты не хочешь дальше разговаривать? Кто он не хочет? Он, тетку гони. Может, она все знает о восточных единоборствах. Извините. Есть что по восточным единоборствам.
この辺で武術家を知りませんか？え？どうかな？どうです？どうか？ちょっとしたことでもいいんです。何か心当たりは？この町に高度鑑定道場があったと思うけど。Они как в Северной Корее. Ж одно и то же туристам говорят. Ну, в представлении, конечно. Западных спецслужб. Так может, в другой район пойдем? Можно. Бармен Моу. Вообще не мешало бы, на самом деле, сходить денег заработать. Ну ты иди, иди. Эй. Суимасен. Хай. Хай. この辺で武術家を知りませんか？さあ、ちょっと руками подозрительно она жестикулирует. でもいいんです。何か心当たりは？この町に甲武館という道場があったと思いますが。あったと。他にはどこか？地元の人に聞いてみたらいいかもしれない。Чувак, что с тобой? そうですか。聞いてみます。Кто же не местный? Но понаехавшие, блин. Вроде в Китае миллиард населения, а столько понаехавших. Типа Рио. Но. Друг у друга спрашивают, да, и все ищут 4 вуда. Такая серьезная музыка. У стойки с картами будешь спрашивать? Да. Эй, стойка с картами. Хай. Женское ожерелье рассматривает. Спасибо. Так, кто тут из местных может быть? В хаты, что ли, ломиться или чё? Можешь сходить в супермаркет у бичары спросить, кто ещё есть из этих. Прямо по курсу. И вообще вы все сволочи, ничего не знаете. Туристота. Golden Shopping Mall. Эй, бомж. Эй, хмы. Соусен-сан. Соусен-сан. Эй, what's up? Ну давай. 修善先生以外に武術家を知りませんか？特報公園に太極拳の爺さんがいるぜ。爺さん。ええ。県民さんには会いました。他に心当たりは？ええ。悪いが知らねえな。そうですか。わかりました。カズリナ、タクシー、こっちに、プレドルカ。プレドルカ。え、ウロデ。 Кто-нибудь тут есть, кто знает восточные единоборства? Так что наверх. Почему-то ты бегаешь вот во все стороны, кроме... Да я их вокруг отбежала, может кто... Я, говорит, хочу наверх, при этом бегать вокруг людей. Я сначала пробежала, а вокруг них, может, там удалось бы. Просто на видео будет видно, как это выглядело все. Я тебе говорю, как есть. Ты как скажешь. Вообще, хватит со мной спорить. Я с тобой не спорю. Вообще, жена, хорош уже это, разбухать. Да потому что споришь с тобой, а ты, блин, знаешь, что не прав, все равно споришь. Сейчас я был прав. Нет. Такой дернулся что-то в конце. Так, может на пристань сгонять? Может там кто-нибудь знает? Где она? В жопе мира. Направо, налево? Налево. Мы направо еще вообще ни разу не ходили так. Я думаешь, помню, если бы я знала, я бы тебя не спрашивала. У тебя голова, конечно. Да. Да. Она немножко другим занята, более полезным. Например? Например, учебой. Слушай, у тебя когда и не было учебы, ты точно так же ориентировалась в Шенму. Когда у меня учеба была, у меня учеба всегда. Особенно летом. Летом у меня тоже свои заморочки были. Ну не загружай мозг такой фигней, что поделать? Для этого есть ты. А что тут загружаться-то, я не понимаю.
Ну, все просто, ты не понимаешь, по-моему. а я понимаю. Я не хочу это запоминать даже. Зачем? Зачем играешь? Ну, явно не для того, чтобы карту Гонконга запоминать. Ну, очевидно же, что это игровой Гонконг, а не настоящий. Да какая разница? Вопрос в том, что ты зачем играешь? Интересно же играть. Ну, вот поспрашивай местных, если интересно. Ты бегаешь тут кругами. Ой, вот это новость. Записывай, ты уже сам будешь. Никогда такого не делал. Этот-то мастер восточных единоборств. Берик. А, где эта дура вообще? Стопудово чего не знает. Да, но проблема в том, что она появляется исключительно, когда ей захочется. Чё-то... мы тут никто ничего не знаем. Ванчай-нинара-ита-то-мо-кэдо. Ванчай? Ну пошли в Ванчай. Где этот Ванчай находится? Куда ты побежал-то? Эх, Рио. Ах, Рио. Рио. Эй, дед. Чё тебе дед дался? Эй, пидоры. Ну-ка, поспрашивай кого-нибудь. すいません。はい。この辺で武術家を知りませんか?わかりませんね。ま、夫婦先生。ちょっとしたことでもいいんです。何か心当たりは?ワンチャイにならいたと思いますが、地元の人に聞いてみてください。そうですか。聞いてみます。Ну, пошли искать ванчай. Дальше. Видимо, они тут вообще ничего не скажут. Я пытаюсь вспомнить, Ван Чай, он как относился с Queen Street? Вот там табличка, посмотри, пожалуйста. Налево. То есть назад. Назад. Табличка указывает вот сейчас направо. Так же хожу, если что. Я знаю. Я хоть в видеоиграх рассчитываю от этого отдохнуть. Хорошо, хоть Рио еще так же потешно не опрокидывается, когда ты так прямыми углами ходишь. В смысле? Стоп, стоп, стоп. Налево. Вот налево посмотри. Стоп. Вон, туда показывает. Ну вот, отлично. Итак, Queen Street, потому что fuck you. А, нужно было раньше свернуть, наверное. Хрен знает. Сейчас вернемся. Посмотрим. Я уже, молясь, запутался тогда.
Вот сюда, наверное. Ну, давай, допустим. Хотя тут, по-моему, крыша. Не, фигня какая-то. Так, таблички есть, нет? А, ну вот, налево, ван-чай. Они сами. Да, ну... Господи, хватит подрезать прохожих. Стой, стой, говорю. Сорёшь. Да потому что ты не стоишь, а делаешь прямо противоположную вещь. Так, чтобы затормозить, мне как бы время нужно. Ну, а ты орёшь. По-моему, как раз наоборот. Стеричка. Карта мне не нужна была. А что тебе тогда нужно было здесь, кроме карты? Я хотел посмотреть, есть ли тут таблички. Нет, отлично. Смотри. Двигай на мост. Так. Справа есть что-нибудь? Ясно. Давай налево. Ну правильно, здоровый район и называется Ван-чай. Эй. Ребята, вы такие баянисты. Козёл. Господи, как они любят затягивать прохождение вот такой хернёй. А он нам что-то хочет сказать. О, смотри, какой хмырь в фартуке. Девочка, ты знаешь о боевых искусствах что-нибудь? Дяденька, отстаньте от меня, пожалуйста. Я вас побью. Что с ним происходит? Every day I'm shuffling. А, тетки тоже хорошо. Она какие-то снадобья продает, так ей вообще, наверное, здорово. Тут гашеная такая. ええ、修善先生には会いました。他に誰か心当たりないですか？さあ、知らないわ。他の人に聞いてみて。そうですか。 Ну, уроды, а. Ничего не знаете о здоровом образе жизни. Я думал, каждый китаец знает карате. А оно вон как. Эй, чел. Ты мясник, ты должен знать, да? Ну. Эй, заходи! Такое вообще. Похож на Джоша Бролина. О! А нет, Джошуан это и есть. Да, да, мы знаем. Олдбой, скажи-ка еще что-нибудь.
他に誰か心当たりは？そんくらいだな、俺が知ってるのは。そうですか。Так может, у второго этого спросить? Так я так понял, что там закрылось все. То есть он как бы дверь закрылась, и типа вали оттуда. Да. Угу. Эй, другой мясник. Башку стоит почесывает. Чё-то и деска. Чё-то... Нандай. Чё ты вылупился? Ты такой Халк. Бюджетского сагаштерин деска. Ковуканья идти мита. Да, был, был. Хокани кокуратари ва? Конангай на токуокоэн ни мо идта? Смотри, какая у меня плоская курица висит. Распечатки курицы. Вот такую курицу вы сможете у меня купить. А это только распечатки для демонстрации. Реально. О, в спортивном костюме. Папка по-любому должна все знать. Бабуля, где тут? Ты меня разочаровываешь, бабуля. Что-то там и не そういえばこの町に公務館という有名な道場があったはずですわ。OK。他にはどこか地元の方に聞いていただけます。あ、ワスパディ。そうですか。聞いてみます。Ну пошли в школу обратно, может там этот дед все-таки есть еще. Лапуля, назад. Справа. Как тебе это удается? Молча. Слышь, мудак старый. Оно. Оно. Раскалывался быстро. Янмин этот заставлял меня по деревьям колотить. Зянги? Чоу-ю-сан. А это где? Чунок буддитс но тички не сейц. Тички. Сознай твоя тичка. Тичка, ничего. Фу, спасибо, блин. Lucky Charm QR. Это где, кстати? Lucky Charm. Надо искать район. Lucky Charm. Давай, ты сможешь. Совершенно не представляю, где он может быть. Думаешь, что знаешь где? Нет. И я не знаю. Но я думаю, что где-то на пути к магазинам. У меня такое ощущение. Ву-ву. Тут опять этот дабстеп. Да-да-да. Скриликс посетил. Карта тут есть. Да, по-моему, это не там. Не тот район. По-моему. Что, выходите из него? Да, аварии. Да не, нефиг тут делать, беги отсюда. Противная мерзкая музыка. Хотя, стой. Давай, наверное, все-таки для очистки совести сгоняем вот во второй выход. Угу. Так, ну развернись. А. Так. Прямо, прямо, прямо вот в подворотне. Не-не-не-не-не-не. Ага. Налево, да, направо. Так, что у нас? Что у нас, во-первых, слева? Чё там? Вперед. Ну иди, иди, иди вперед. Чё ты стал-то? Вот, что тут? Да, блин, вот синяя табличка, солнышко. Что-то там какие-то мужики. QR. Мудрые мужики. Так, хорошо. А тот, что сзади, вот остался выход у нас. Позади нас. Так, что там написано? Так, белая династия. Ёпрст. Хорошо, разворачивайся. И до упора. Там какой-то тупик или выход? Подозреваю, что тупик. А я подозреваю, что у нас там карта не куплена. Ха-ха-ха. Что еще хуже? А, вот и дед пердет сидит. Да нафиг нам дед пердет? Вот я в тупике в этом. В каком тупике? Я тебе говорил, вон дальний конец. А, ты про этот? Конечно.
То, что этот тупик, я вижу прекрасно. Вообще, загляни на карту, вон стоит карты. Да господи, что нужно? Ты что делаешь? Вон что карта нужно? Впереди вижу, слева. Все. Стой. Ну, Рио. Тихо, тихо. Вверх, вправо наведи, пожалуйста. Ничего понять невозможно. Белая династия, Green Market. Так, ну давай сходим. Так, мы сейчас здесь, да? Вайзмены. Там тупик. Хорошо, давай к вайзменам сходим. Может, там что-нибудь есть. Короче, пошаримся налево. Вот в этот, в левый выход. Угу. Какая ужасная музыка. Мне нравится. Вот это мне нравится. Чисто Puff Daddy такой. Wiseman chemist. Химик мудрецов. Так, стоп. Lucky Charm. О, налево. Чудесно. Так, здесь где? Стоп. Ага, теперь. Нет, продолжаем двигаться. Все, чудно, налево. Угу. Окей, сдается мне Lucky Charm, это самые жопные жопы тут. Мне кажется, тут все жопная жопа. Так, ну что, ищем, что мы ищем? Три Blade Street. Окей. Нам нужна какая-нибудь... Не-не-не, уходите сюда, нам не надо. Вот это она. Музончик, как тебе? Прекрасно. Извините. Э? Э? Чё? Где тут? Жангли Шоп. Окей. Вот эта улица. Трех лезвий. Интересно, почему она так называется? Жангю Барбершоп. Куда ты нас ведешь? Спасибо, не скажу. Чоу Лихацтен. Он явно был лучший в своем классе. Дай кушать. Ой, у него что-то с головой. Она у него дымится. Ребята, не курите, у вас голова будет прозрачная. Чоу Ю сан деска? Тебе что надо? Ты хоть понял, с кем ты разговариваешь, пацан? Да. Сука. Ну присядь. Я тебе волосы постригу. Пока буду рассказывать. А где? На мудях? О. Рио будет с лысым ходить? Я думаю, что он сейчас башку отрежет. Сейчас какой-то quick time event будет. С кровью расчлененкой? Угу. Ну-ну, какую кнопку надо нажать? Такой ты ненавязчивый. Я нажал. Да я нажал. Ёж твою мать. Серьезно? Серьезно? Сколько это вечно часы? Ah.
Это будешь сам ты перепроходить, я, пожалуй, поем сейчас. Мать твою, Рио, дебил. Дебило. Господи, какие мудаки, а, все-таки создатели игры. Да, да, ха. Хорошо, хорошо, вали, куда хочешь. Еще сейчас задолжаем, там сколько, 30 баксов этому гражданину. 38. Угу. Даже сохранимся. Извините, друзья, за такой косячок, но я кнопочку А нажимал. Один раз? Несколько. В игре, видимо, этого недостаточно. Надо долбить как бешеный. Комната 203. Ну-с, продолжим. Музыка с ума сошла. Сейчас опять тебе будет неприятный разговор. Угу. Может, он нам как мамочка уже будет деньги давать? Угу. Нет. Нет. А, има чотто мочавасе га. Нандаю. Канега не но. Как можно это вообще? Первый раз слышу. Ну. Никогда такого не было. И вот опять. Сколько я ему уже задолжал? Нам баксов 500, да? Ты мне еще указывать будешь? Да-да, мне насрать. Я никуда не пойду. From yesterday? Yesterday! Привет, Джаред Лето. Ну, спасибо, хоть на этом. Ага. Чтоб переться не пришлось. Давай повторим тот же разговор. Так. Ну садись, чё. Ко мне не часто люди ходят, им не очень нравится, когда им горло пытаюсь порезать. Но в общем и целом, да, дела идут неплохо. Да заткнись ты. Давай, Дима, еще один день я не выдержу. Да бляха-муха! Потише, Ари, пожалуйста. Что, серьезно? Шиматтерна. Уроды. Все уроды и не лечитесь, китайские. Создателям игры Шенмы. Да, попробуй сохранёнку открыть. Ну да, для этого мне надо сейчас вернуться в меню, хрен знает как. Да. Так, на старт, нет? А, да, точно. Так, подожди. Мне не сейф нужен. Мне нужно загрузиться.
Что такое? Я не могу, что ли, выйти в этот даже в меню или что? Выхода нет. Это точно. Да это жопа коня какая-то. Понятно, короче. Убейся, Рио. Дебил. И что теперь целый день делать? Схожу, поработаю. Все успею, конечно. Не, я рад. Пошляться по каким-то районам дебильным. Потому что эта дебильная игра решает, что она не хочет распознавать нажатие. Поэтому давайте как бы херней заниматься. Заткнись. Пошел ты. Козел. Все вы козлы. Real Human Rio. У него даже куртка, как у Гослинга. Да-да-да. С принтом. Модная. Это прекрасно, я считаю. Еще 10 утра даже нет. Интересно, почему эта игра провалилась, да? Да уж. Может, потому что не надо вбухивать миллионы долларов на то, чтобы сделать игру про то, как чувак один раз не нажимает кнопку, и за это его заставляют несколько часов где-то шляться. Тупость просто невообразимая. Причем главное, что в первой части, если ты завалил QuickTime Event, то ты начинаешь просто заново его. Да. А если надо... Уроды. Ой. А мы закрылись. О, мой любимый музончик. Да, простите, дорогие зрители. Пип-пип-пип. Где все работы-то находятся? Ну, вообще, я думал на причал сходить и там грузчиком, но у меня есть подозрение, что я тупо не успею добежать, поэтому я шляюсь еще во всех районах сразу. У-у-у, какая интригующая музыка. Ча-ча-ча. Че тут есть? Лондон-Ливерпуль. Отлично. Ну, что у нас в Лондоне и Ливерпуле? Ливерпульская четверка? Лондон. А вот Ливерпуль. Чудно. Эй, ба. Ребята, что у вас есть? Лондон, bridge is falling down. Какой музанчик, музанчик. Нет, не ты. Какой-то дебильный, я бы сказал. Нихао. Окей, мне этого не надо было. Я думал, может, работу мне подскажешь какую-нибудь. Чисто лондонский вообще.
Как-то странно эти ребята себе Лондон представляют. Но это гонконгский Лондон. Лондон в представлении японцев, в представлении гонконгца. Детективская музыка. Ну тут прям фанки вообще. Пошла ты. Знаешь, он мне напоминает какое-то другое заведение, только в Японии. Угу. Это что, местный Том? Походу. Hey, Sato-san. You Japanese, de shou? Kyone, Okinawa de atta yo. Hito chigai da. Ore wa Okinawa nanka itta koto ga nai. Okashii ne. Japanese, minna. Ах ты, расист грёбаный. Танака-сан йо. Чотто ии кана. Хей, Сузуки-сан. Сузуки-сан. You Japanese, de shou? Он сейчас все районы будет перечислять. Хито чигай да. Окаши, Japanese. Japanese. Хей, Сато-сан. Э? Э? Хито чигай. Окаши, Japanese. Джапа-джапа. Да. Полная шляпа. Легенда Шенму 2. Фух. Да уж. Мета. Это дичь вообще. Да уж. Магазины. Так и. Знакомая мелодия. Да. О, томато. Ту-ту-ту-ду-ду-ду. Знакомый родной магазин. Рио все телочек цепляет безуспешно. Mm-hmm. Телочки сами цепляются, Рио просто этого не понимает. Не, ну слишком много дел, чтобы учиться. Mm-hmm. Если бы Рио умел учиться, он бы уже давно закончил колледж и перестал бы маяться херней. Стал бы влиятельным дядей и нанял бы убийц, чтобы они разыскали Ланди. А не занимался бы этим сам, как дебил. Лунное кафе. I'm fine. Сосну. Нет. Нет, ты должна терпеть. Нет, ничего не должна. Слот хаус. Как в Сидне прям. Ага. Мы, кстати, в Финляндии это называли слот хаус, потому что, ну, буковку поменять получится шлюха. А у нас были жетоны? С прошлой части, что ли? Да. Ну чё, просрём все деньги? Которых у нас нет. Играем. Просрали. Замечательно. Ставим. И ещё раз. Просрали. Красава. Слушай, что у нас еще в вещах есть? Может, что-нибудь продать можно? Нет.
Ух. Все, ставим. Ух. Так, мы долго будем играть. Одна крошка. Ну вот. Я метаку. Еп. Ну, пошли. Теперь в карманах гуляет ветер. Отлично, я доволен. Удовлетворил свою страсть к азартным играм. Орел, гол, как сокол. А что тут у нас? Побрякушки. Beautiful shine. Прекрасное сияние. Бр-бр. Пацаны, у вас все в порядке? Что-то тусят. Что у него на голове? No. Да. Я думаю, говорит с людьми о деньгах. Грин маркет. Ладно, будем хотя бы рабочим человеком. Тебе блокнотик что-то написал? Да, что грин маркет. Прочитай. Пожалуйста. Грин маркет. Краткость, сестра Рио. И мачеха Рио. И главное не заработать достаточно денег, чтобы расплатиться за гостиницу. А то еще такой добрый парень скажет: а вот сейчас я тебе заплачу. Ломбард. Мне кажется, он на пару вас уже наступил. Эй, бабка. Да пару бабок. Такая мерзкая. Окей, я понял. Фуджияма Сучи. Сучи. Я, конечно, рада, что ты все быстро читаешь. Помедленнее, пожалуйста, перелистывай. Ты можешь меня спрашивать, если что? Нет, не могу. А ты попробуй. Потому что когда я так перелистываю, ты на меня орешь. Нет. Да. Я на тебя ору, когда ты начинаешь бегать в разные стороны. Не только. Вообще да. Вообще нет. Я найду момент, когда ты на меня наорал, за то, что быстро перелистываю. Окей. Еще найди момент, когда ты бегаешь в разные стороны. Не переживай, таких моментов будет много. Так, где этот Лакихи? Ну реально будешь сам записывать. Она сказала, вот рядом с этим Фудзияма суши. Где этот хмырь? Тут все орут, никого нет. Город-призрак. Народ! Кого спросить-то можно? Вот там слева кто-то был. Вот там, да. Нет. А, это автомат. Это вообще дверь. Короче, что-то не то, что нужно. Ар-ар-ар-ар. Нас тут нет, но мы орем. Should be fun. Следуй за мной. А почему у тебя женская сумочка в руках, дедуля? И почему ты бедрами шевелишь? И почему я на это смотрю? Ладно, я сюда лучше посмотрю. Я Рио. Я ворон считаю. Я как Лиза.
А? Что? Кто здесь? Не за что, не за что. Да, чё, не парься. Мы не собирались тебя благодарить. Конечно. А как это?簡単簡単。賭け金は50ドル。客と交互に3回玉を落としてとりあえず300ドル渡して。Отличный бизнес-план. Да, конечно. Давай деньги. Я пока пойду отойду. Конечно. Я понимаю. Да, все, я понял уже, заткнись. Придурок. Почему так грибок еще с кнопочкой Help нарисован? Потому что. Окей. Эй, ушлёпок. Я Рио, я включил рекламный голос. あ、だ。1回50ドルで、ルールは大丈夫だよ。ルールは知ってるよ。じゃあ、勝負しますか。面白い。やろうじゃねえか。勝負は一球交代です。お先にどうぞ。 Господи, что это вообще? Это автомат Пачинко. Яся! Котчино бандесне. Ой. А не, а да. Ой, ой. У меня шарик неправильный. А не, правильный. Ты промажешь. Фу. Вспоминай, как он кидает, чтобы потом так же не кинуть. Я запомнил, как он кидает. Тут вообще сложно предсказать на самом деле. Физика какая-то, мягко говоря, странная. Такое ощущение, что такие же гении делали, что Quick Time Event. Ой, ой, мимо полетел. Хотя, везучий ублюдок. Господи, это будет бесконечно, я уже не могу. Блин, понимаешь, за один выигрыш я получу только половину, то есть 25. Ух, этого не хватит даже, чтобы ночью в отеле оплатить. Зато хватит на две карты. Да тут нереально на крестики попасть. Почему? Вполне реально. Тебе вот неинтересно, у меня адреналин прям хлещет. Попа у тебя. У тебя тоже. Нет. Вообще семейное насилие какое-то. Ёсси. Сейчас типа кто промажет, тот и срал. Да ладно. А так-то было, ну в смысле, кто больше. Давай ты промажешь, парень. Нет. Ну пожалуйста. Сейчас я промажу, стопудов. Уся! Куда он кинул?
Не, вообще реально промазать, реально ли? Я говорю, реально, там вот эти две штучки, вот которые вот так вот в самом низу, через них нереально, наверное, прокинуть. Ну, слушай, мне кажется, сейчас кто-нибудь из нас все-таки это сможет сделать. Можно его как-то подзуживать, чтобы он неправильно кидал там, ошибался? Не отдавать. Да, да. О. О, лошара. Те-то чё? Он же проиграл. Сейчас ещё и меня всрать осталось. Вы что, прикалываетесь, что ли? Да, я точно сейчас спать лягу. Хорошо, что ты меня на диванчик посадил. Угу. Вместо приличного стула. Да, на котором теперь сижу я. И чувствую себя просто прекрасно. Хроники идиотов. Зато время-то как летит, а? Ух. Давай, Рио. Не подкачай, идиот! Yes! Победишь, победишь. Угу, угу. Включай промоутера. Эй, мадафакеры. Мадафакеры. Отошдама дес. Ятте икимасен ка? Отошдама доу дес ка? Эй. Отошдама дес. Ятте икимасен ка? Чё там таишь? Иди поиграй. Эй, гопник. Синим зонтиком. Отошдама доу дес ка? Тёлочка, иди сюда. Чувачела! Чё пришёл вообще, козёл? Мы тут таких нищебродов не любим, как ты. Ну он ещё встал где-то в углу. Угу. Видимо, полиция гоняет. Эй, дед-пердед. Отошдама де асонде мимасен ка? Отошдама доу дес ка? Отошдама дес. Ятте икимасен ка? Отошдама доу дес ка? Отошдама дес. Ятте икимасен ка? О-о. Хито шоубу доу дес ка? Иккай 50 доллар де рулу ва? Рулу ва шиттэ ру ё. Дайжобу да. Жа, шоубу шимасу ка? Омосире. Ятте яру ё. Веселье. О, журавлик. Или что это? Ну да. Тут уже интереснее. Веселье. А я наугад все. Я чувствую немножко идиотом. Немножко? Угу. Я имею в виду множко. Дамека, сотти но бан дес. О, нет. Угу. О, нет. Господи, лучше бы он мне бритвой горло порезал. Мне уже нравится эта игра. Дебилы такие. Друг другу все роят. Просто. Хо-хо-хо-хо. Фок е. И сейчас этот попадет, а я не попаду. И мы будем опять до завтра тут раскидываться. Ой,
Ой, ты в предыдущий раз попал или нет? Попал. И этот попал. Я же говорю, это западло просто. Бинго! Орено бандесне. А сейчас промажу. Я же говорю. Дамека. Шоубу цкимасендешта не. Коко кара ва садондесу наримасу. Да господи, давайте быстрее уже. Почему я из его глаз смотрю? Потому что ты Рио. Рио, телепат. У него и радости, и печали один возглас. Я вот в широкие дырки кидаю, просто чтобы оно быстрее долетело. Потому что он меня раздражает. Лох. А, нет. Мне истерика сейчас начнется. Простите. Это прекрасная игра. Давайте сейчас он попадет, и мы ему всрем эти 50... честно заработанных долларов. Давай, Рио, промаж. Я говорил с сарказмом. Урод. Отлично, я отдаю ему 50 долларов. Обезьяна такая. Эффективность. Давай, еще только полтора дня. Отошдама де асонде мимасенка? Отошдама доу деска? Отошдама дес, ятте икимасенка? Отошдама, доу деска? Отошдама де асонде мимасенка? Отошдама, доу деска? Отошдама дес, ятте икимасенка? Отошдама, доу деска? Отошдама дес, ятте икимасенка? Клабашо. Отошдама, доу деска? Отошдама де асонде мимасенка? О, чанто яттеру не, яши яши. Ага. Нанда коря? Дэнген гамми жа нэ ка? Ну ты кэп. Смимасэн. До сэру? Мо чотто цзукэру кай? Нет. Я, мо и дэс. Байто дай, наши да на. Соу дэс ка. Ма, коре ни коризу ни, мата тецдатте кюри я. Можно я ему морду набью? За деньги. Да я и за бесплатно это сделаю. Я ведь знаю две вуды. Козел. Эффективность вообще просто. Странный козел. Хоть вешайся. А если еще раз попробовать к этому чуваку, который закрыл дверь? Бесполезно? Бесполезно, конечно. Нет, 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 я передумал. Нанджа, арбайто га декиру токоро о сиримасен ка? Отошидама но... Спасибо. Соу деска. Не надо мне такой совет. Братский. Попал в другом районе поспрашивать. А еще у этого деда спрашивают. Дед, ты не знаешь, где тут подработать можно? Сиримасен. Нани ка йоу ка на? Коно хен де арбайто га декиру токоро о сиримасен ка? Арбайто? Да. Достемо о кане га хицуё нан дес. Деньги? Ваши нива кокоро атари на. Вакаримашта. Ну и ладно. Пошёл нахрен. Дед пердет. Эй, говнюки. Эй, ребят. Работа. Ладно, ладно. Ха-ха.
Надо было просто 25 баксов, когда заработал, стоять и молчать. Час дня. Почти два. Какой он жирненький. Что, тоже лаки хит? Нет. Пошел нахрен. Ты помнишь, где этот отель у нас находится? Кто? Отель, в котором мы живем. Далеко. Ну, пока ты дойдешь, может, день закончится. Так закончится. Рабочий. Ой. Знакомое зрелище. Ну-ка, давай. Что, тут поработать? Да. Ты прикалываешься? Эй, жирная рожа. Того, говорит, старика. Какого старика? Наркоман, что ли? Да там нет никого вот в этом закоулке. すいません。アルバイトができるところを知りませんか?お、超良かった。店番のバイトを探してたんだ。じゃあ、お願いします。Тут такие же таблички. На каждом углу. Я понял, спасибо. Я бы обворовал их всех и побежал бы по своим делам. Блин, придурок. Отошдама дес. Яттехимасенка. Отошдама додеска. Отошдама дес. Яттехимасенка. Симулятор Konami, блин. Компания Konami вместо крупномасштабной разработки игр переключилась на починку автомата как раз. Которые вот там эти шарики бросают. О, к нам этот, походу, хмырь опять идет. Узкоглазый. Да. Я тебя помню. Я тебе, кажется, 50 баксов уже оставил. Скажем, модная рубаха с розочками. Давай. Давай, Крио. Крио. Увлекательность. Ну, иди твой налево. Дамека. Доза. Сгила сочидес. Вообще, какая вот идиотская бизнес-модель, тебе не кажется? Шенму? Да, Шенму, в принципе. Ну вот этот бизнес конкретно. То есть какую-то неумеху ставить, чтобы он все деньги всирал. Все, тогда и все. Дело с концом. Ок. Айта я. Господи. Симулятор игры внутри игры.
Да лошара ты. Господи, хоть быстро с ним разобрался, надо же. Поставил бы сразу 300 баксов, да и все. Эй, Уродис, не хочешь еще сыграть? Он даже зонтик потерял от неожиданности. Оставил. Эй, стартер. О, опять этот гопник. Одни и те же люди играют в эту игру. Я вижу. Давай. Пум-пум-пум. Господи, бесконечно. Вау. Кто-кто? Кто-кто? Вот так вот. Если он попадет, я все разы буду кидать точно так же. Нет. Не будешь. Не попали. Жалко. Господи. Сдохнет можно. Мне насрать. Пум, пум, пум. Мне насрать. Да. Ух. Или его опять все просрет. Да. Так, даже если. А если этот сейчас попадет, то неважно, даже если я в следующий раз попаду, я все равно всуну. Угу. Можно даже не кидать. Я надеюсь, игра об этом догадается. Или меня заставит кинуть еще раз. Господи. Лучше бы он попал. Ой-ой. Ой-ой. Пап-пап-пап. Пим. Ай, господи. Какое оно все тупое все-таки, это кошмар. О нет, я проиграл. Пошел ты. Так, мы благополучно еще полтора часа потратили. Отошдама де асонде мимасенка? Отошдама доу деска? Отошдама де асонде мимасенка? Отошдама доу деска? Отошдама де асонде мимасенка? Отошдама доу деска? Это людная улица в миллиардном Китае. Отошдама доу деска? Так я вот обычно стал в жопе мира. Он даже в Китае умудряется жопу мира. Отошдама доу деска? Это наш начальник? Нет. Отошдама де асонде мимасенка? Ни же байто кэй? Э. 1回 $50 で、ルールは？いや、ルールなら知ってるぜ。じゃあ、勝負しますか？兄ちゃん、後悔するなよ。勝負は一球交代です。お先にどうぞ。Дима, давай, крепись. Как дела? Отлично. Чего нового? Вот женился вот на тебе. Ой-ой-ой. Наверное, это шутка. Наверное, это шутка. А нет. Ага. Это не шуточки. Мы встретились в маршруточке. Мы встретились в контактике. Ага. Я же говорю, теперь буду кидать точно так же. Ну, работу нашел. Как вот обычно. Это вот, что ли? Да. Кидаю шарики. Стою в переулке, зазывая народ. Ничего так. 50 баксов забросал.
俺の番ですね。феерично просто. 外したか。そっちの番です。застрелите меня. Да, господин Ю Сузуки, сделайте, пожалуйста, Shenmue 3 и побольше в него идиотских мини-игр, в которые приходится играть, чтобы ждать следующего дня. А то и ни одного. Я просто надеюсь, что это в следующий раз, когда мы будем записывать, попадешь по букве А. Я попадал по букве А. Еще раз повторю. Ты понял, о чем я говорю? Я понял, о чем ты говоришь. И будем надеяться, что игра распознает букву А. Кнопку А, на которую я нажимаю. Все, я выиграл. А я думаю, что у тебя клевая гавайская рубаха. Вперед, как головой покачивает. Все, можно закончить уже? Покричи еще. Это наш дед придет, нет? Нет. Да, по-моему, наш. А, нет. Нет. У того какая-то рожа там. Вот, вот он наш. Такой по большому радиусу разворачивается. Да, как я обычно. Дай 25 баксов. Байто дай ва качибун о сеппан датта на. Олайо, оцкаре-сан. Ух. Фух, баблищи. Дода? Нет. Никогда в жизни. Ты создан для этого дела. Один раз выиграл-то, ух. Ух. Прирожденный лохотрончик. Лошара, ты хотел просто сказать? Просто Мавроди плачет вообще. Чё тебе книжулька сказала? Что я лох. Так. А если серьезно, я просто не успела прочитать. Название этого. Место, где можно подработать. Районы. Нет! Зонтик такой. Пусти! У меня сейчас голова взорвется от этой музыки. Беги отсюда. Да я пытаюсь, в том-то и дело. Я бегу в тупик, да? Угу. Блин. Грёбаные китайцы. В представлении грёбаного Ю Сузуки. Все, бежим отсюда. Да. О, спасибо. Что делать будем? Бежать в отель. Ну давай, беги. Наверное. А у меня есть карта. Видимо, я сейчас опять Lucky Charm прибегу. Потому что fuck you. А где у нас этот ночлежка находится? Ты каждый раз спрашиваешь. И ты не отвечаешь. Не доходя до моста. В самом начале. Купи карту, пожалуйста. Все говорят, зачем карта, ты купи. Такое ощущение, что вот сейчас запрягу своего чокобо и поскочу. Но. Такая мелодия. Может, если я сейчас еще раз к нему ломанусь, он мне предложит все-таки домой сходить, чтобы не переться туда.
閉まってるな。お、だ、だ、だ。明日まで待つか。だ。おお。おおおおお。Рио, ты освоил ранг, навык стояния как робот целый день. Ой, он сам, он реально как робот. Рио это робот. Hello, arigato, мистер Робато. Извините. Уныние. О, да, прошу тебя, давай, 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 давай. И последний раз мы попробуем. Come over guest house. И еще раз сохранимся. Yep. Ляжем спать. Прям так в одежде. Рио красавчик. Красавчик, конечно. Может, как он там? 4 дня одежду не меняет. Да, он всю игру одежду не меняет. Ну, в первой части у него хотя бы там, типа, гардероб был. Возможно, он там что-то менял за кадром, да. А тут он вот как лег в одежде, так и встал. Ну, идиотизм. И где этот рюкзачок его? Так, положил где-нибудь. Так, набрались храбрости сказать, что денег у нас опять нет. Рио вообще нахлебник. Надо ему хотя бы $15. Нет. Имава чотто мочиавасе га. Нандайо, каме га не ино га? Нандайо. Э, джан цукет. А, пошел ты. Симасен. Да-да-да, пошел в жопу. Мы не будем деньги заработать. Я не буду тебе платить, понял? Мне наплевать, что тебе денег у тебя задолжал. И насрать. Я пошел. У меня дела. Я сейчас буду ажать вот с самого момента, как он сядет в кресло. Ага. Не сломай геймпад. Вот так вот. Да. Ну ты зануда. Я уже дважды закрылся, всех клиентов растерял. И что он закрывается так сразу после этого? Не знаю, поплакать. Сейчас будет самый прикол, когда я нажму А, а там выяснится, что там еще кнопки надо нажимать. Угу. Слушай, а там же А или Б все-таки? Красненькая. だが、無神経すぎるのも問題だ。油断は死を招くからな。死と隣り合わせの憲法官と何が最も必要か分かるか。Это вот так я нажимаю на кнопку А。いいか、動くなよ。Вот, пожалуйста。動くなと言ったろ。小心者だな。それでは武徳など得得できん。出直してくるんだな。Ладно。А так может наоборот не двигаться надо? Хорошо, не будем. Пробуй еще раз вообще не двигаться. Ладно. Я Рио. Просто в эфире. Мистер Железный мочевой пузырь. Ну. Аштамата крюка. Понимаешь, если бы этот чувак... который владелец ночлежки знал бы, как бездарно проводится он время. Он бы давно выпинул уже оттуда. Думаю, бы удар хватил, бедолагу. Как? Он у меня на халяву живет уже неделю. При этом стоит тупо, смотрит на закрытые двери. Весь день. Господи. Я не буду сохраняться, мне наплевать. Такая подушечка у него маленькая. Ладно, не будем двигаться. Я вообще ничего не буду нажимать. Сяду и все. Тогда... геймпад положу в сторону. Да. И
еще очередные 38 долларов, спущенные в унитаз. Как ты дофига 38 долларов за ночь, ты не думаешь? Ну, это гонконгские доллары, это не американские все-таки. Там это сильно дешевле. Нет. Пошел ты. Второй раз мы сюда уже заходим, четвертый. Все, кладу геймпад. Ты совсем далеко не клади? Нет, мне наплевать. Вот ты зануда. Ладно, садись. Я уже все встречи отменил на неделе, так что... Не смотри на геймпад. На проводочке он висит. Не дыши на него. Мундайда. Что-то... Уроды. Ю Сузуки, ты урод. Камисори но угоки ва срудок темо, сакки га канжираре масен дешта. Цуне ни доужиру кото наку, кимо о суете лейсей ни тадашику хандан суру кото. Соре га бутоку но хитоцу, тан да. Тан. Тан. 動じることなく肝を据えて冷静に正しく判断すること。あんた、修行次第でいい武術家になれるぜ。 Я думаю, четвертое вуду мы выучим в следующий раз. Да, но сейчас 9 утра. Та-та-ра. Да. Сайхотэни. Портной. Давайте к портным сходим. Ну, отлично. Сохраниться на середине никак нельзя? На середине дня сохраниться никак нельзя? Не, ну раз уж они где-то тут под боком, тут еще давай сходим. Блум Тейла. Прямо на этой улице. Че? Давай сходим. А, ну вот они. Вломился. Здрасте. Руки в боки такой. Дратути. Дратути. Ты же знаешь Вуде? Бюджетка усагаштеру ндесга. Бюджетка? こちらのお店なら詳しいと チョウユさんから伺いまして. А, そうですか. どなたかご紹介いただけませんか? 最近ぐらい工部館という道場には行きましたか? ええ。 工部館以外に心当たりは? 特報公園の県民さんには会いましたか? ребята. ええ。 あとはあの人くらいしか。 あの人? 江南街の恩太郎にお住まいの警官の方です。 太極拳の達人でかなりの使い手ですよ。 江南街の О, господи, это ж та бабка. Какая? Помнишь, мы заходили в многоэтажку? Ага. А, в подъезде орала. А, да. В южный карман нам, значит. Господи, это так далеко. Бежали. Так, Golden. Ну, нам в Golden, наверное. От магазинчиков мы тогда в южный карман.
полотно. Угу. Полотно и карманов. Так, бегом, бегом, бегом. Рио. Тратим деньги на ненужную нам карту. Чизука. 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 Мотеоко. Клево. Понатарино Чизука. Угу. Спасибо, Кэп. Рио. Так, южный карман, южный карман. Beautiful Glamorous. Магазин впереди справа. Свали. Мы китайские люди, мы любим из ниоткуда появляться. Mm-hmm. И исчезать в никуда. Диверсанты просто настоящие. Так, Green Market. Суставы уже не те. Ему нужен алмак. Тра-та-та-та-та-та-та. Главное не заблудиться. Тра-та-та-та-та-та-та. Южный карман, что характерно, на юге. Ох, уф. Да. Вода мокрая. С ума сошел, что ли? Чпок. Дурачело. Хоп-хоп. Угу. Дмитрий пустился в пляс. Это не пляс, это пляски Святого Вита, скорее. Так. Где у нас апартаменты? Янтини. Хрен. Суни. Так. Ага. Понятно. На углу, короче. Ну чё? Прям чувствую недоброе. Сука. Мапка раздаёт всем. Походу на нее гопники напали. Культ с говном. Ну неужели подеремся наконец? Хух. Всех так по одному разбирать. Дурак. Все? По жопе шлепнуло. Сейчас эта бабка, короче, будет учить нас движением. Нерв защемлять, как в миссии Сиренити. Смотрела миссию Сиренити? Там у этого, у Касла, типа,
Ой, спойлер, чуть не сказал. Ну, в общем, там был мега-оперативник, который Чивет или Джо Форта, актер. Он вечно всем там нерв зажимал, типа пальцем они парализовывались. Спасибо, Кэп. Единственная бабка в округе и есть та самая бабка, которую я искал? You can't save me. Бум-бум-бум-бум-бум, Манмо. Бум-бум-бум-бум. А где у нас Манмо Темпл? А вот. Прошел только что. Все серьезно? А это не Манмо, дофига рядом было. Дофига, но в другом районе, по-моему. Да, вот табличка просто справа, слева, справа висела на сетке. Ты определись, справа или слева? Вот теперь слева. Вот, слева. Да, хорошо. Сейчас посмотрим. Ну давай позырим. Где тут чё? Хмырь. Где тут? Скарлетт Хиллс. Ну пошли. Потряс такой головой. Ну я пошел. Небо. Земля. Все знаю обо всем. Чуваку, походу, в туалет охота. Но. Рио, тебе нравится твоя жизнь? Да. Черт, даже кивнуть не успел. Нет, не нравится. Я привязан к этому человеку невидимой нитью. Да в жопу он сейчас какими-то обходными путями пойдет, я так помню. На Скарлетт Хиллс туда. Это тот храм, в котором был этот хрен моржу. Который, собственно, с нас Вуда и потребовал. Он пошел вообще какими-то окольными путями там в тупик. Так, по-моему, вот это вот и есть дорога к храму. Неужели сейчас мы узнаем вообще хоть что-то? Хоть что-то произойдет за эти сколько часов? Два? Много. Даже не верится. И даже 12 дня еще нет. Эй, уроды. Я тут 4 воды узнал. Извините, сюда нельзя. Мне нужен мастер, самый главный здесь. А, туда можно. ただいま寮内は大掃除中ですので参拝はお断りしているんです。すみませんがお引き取りください。 Ты чё, козёл? Охренел, что ли? 頼む。どうしても今会いたいんだ。 と言われましても... Я тебе ещё морду набью. 急いでるんだ。なんとかならないか。それが私ではなんとも。
どうしてもカウン様に会いたいんだ。そんなご無理を言われても、今日はお引き取りください。頼む。そんなに手間は取らせない。ですが、中は掃除中ですので。Я тебе сейчас рожу начищу. 迷惑はかけない。短い時間でいいんだ。いえ、やはり私の一存では。カウン様に会ったらすぐに出ていく。そのようなことを言われましても無理です。Ну хорошо, давай набью тебе морду. じゃあ、同志様に聞いてみてくれないか。わかりました。ちょっと伺ってきます。入るなら今しかないか。Господи. Дебил. Извините. Здравствуйте. Здравствуйте. Что его так удивило? Он сюда уже второй раз заходит. Так, нам до урена. Я смотрю, он так чистит вообще. Жопу он себе чистит, господи. А, нани. Има и пану что, ай, чё, даме да. А, это другое уже. А, о майли нара, о, сложи, а вот ты говорю. Вы чё, все больные, не лечитесь, что ли? Да тара, мазу гохоши сурун да не. Гохоши? Как насчет я тебе эту тряпку заставлю сожрать? Они что, все больные, что ли? Ну давай, почищу. Понятно. Я расе ты кре. Я, конохин кара ятте. Кабе о кирю не вкун да я. Оре, шоку на хоу де гохоши га нагот тер га. Симулятор, горничный. Да он же не думает, что я в самом деле буду что-то чистить. Я сейчас пойду и за мастером мой искать. Дебилы. Рил, ты меня с тряпкой в руках. Ты меня хоть не смеши, но выкинь тряпку-то, господи, не позорься. Дебил. Оо. Тебе не кажется, что он кретин? Долбанный причем. Окей. Наркоманы. Как так стены можно было засрать? Но. Что даже эти вуды на нем не видно. Что даже сам этот не вкатил везделей. Мастер? Угу. Да ему насрать, походу. Корева. Ги-ги-ги. И это то самое четвертое удо. Наконец-то мы это узнали. Где этот тупорылый мастер? And knowledge is half the battle. G.I. Joe. Все, может поговорим как взрослые люди? Наконец-то. Лоси, может, касте, она то дева. Шугентацって人を探すのに. Мне нужен был Ли Шао Тао, чтобы найти Юан Да Жу. Чувствуешь, да? Лан Джи? О, господи. Oh. 仇討ちも人殺しであることに変わりはない。
つまり邪道とは。あんたと話してるんじゃない。俺は。слышь, сексист.老師はこのお方。おい。え？え？ты не слишком молода, чтобы смотри на Рио. И только глаза такие выпученные. Когда увидел девушку. Дворик. Атакуй меня, Рио. Если вы понимаете, о чем я. Ёсте куре. Оре ва онна айте ни татакау ки нанте най. Эндё ва иранай ва. Ладно, как скажете. それで本気なの？畜生、なぜ一度も。やる気がないの？Я постою. О, нет, Дима, давай ты не будешь тянуть, я спать уже хочу. Давай, дерись. Может, в этом фишка. それで本気なの？くそ。もうおしまいかしら？どうしたの？まるでやる気がないよね。怪我しても文句言うなよ。あ、это не я уже делал. Отлично. Что-то нажимает там. Рио, ты наркоман, что ли? Долго это будет продолжаться? Рио, ты девчонку побить не можешь. Ух, шаль. Ко-ко-ко, Рио, ко-ко-ко-ко. Если я этот вкушенный человек, то твоя жизнь уже не осталась. Окей. И чё? Эти я в школе нарисовала. Пошли. Да, Юань. Сюэ-сан. Нани кашира? Ну, я типа... Сюгентацу но ибашо осете куре. Киите доу суру? Ты издеваешься? Оре ва Сюгентацу ни ай ни китан да. Мада дживен но тачиба га вакатте най ю не. Дживен но тачиба тте? Аната о азукару то ва шоудаку шита кедо. それ以外のことは約束してないわ。じゃあ、修験達のことは。ことより、自分の空腹を気にしたら。だ、потому что мне наплевать。俺の空腹。あなたの技は荒削りだし、無駄な力みが多いわ。OK。あなたと手合わせをしたとき、俺はまだ本気でなかったとでも。いや。いや。俺の未熟さを知ること。そこからが本当の修練よ。なぜ最初俺に正体を隠してたんですか？隠していたわけじゃないわ。あなたが見抜けなかっただけ。あの時は女性が老子なんて。ну проблемы с сексизмом Рио. 体型にとらわれるから力量も見抜けなくなる。он не ожидал, что мастер Тао это женщина. 空腹には関係ない。все, теперь он сломается и перестанет искать Ланди.
Что он где, эта девушка? Окажется. Усатая. Сюэ-сан. Да господи, Рио, заткнись. Дебил. А? У нее руки так странно двигаются. Пингвин такой. Точно. Давай, загрузка. А, странные деревья. Прозрачный Рио. Ты угашенный вообще. Давай, загрузка. Ох. Господи, какие они все размеренные, а? У нас есть время, чтобы насладиться отвратительными текстурами. У нас всегда для этого есть время. Мы всегда этим занимаемся. Да. Смотри, какие они отвратительные. Крупные такие. Куда мы идем? А, за этой дурой. Зачем? Я не знаю. В апартаменты и до Юаня. Кто почему такой Дэйвани? Почему она всегда не может туда просто перенести, как она иногда это делает? А потому что fuck you. Окей. Как эта игра делает постоянно. Простите. Ничего страшного, я уже тоже вырубаюсь потихоньку. Да я не могу уже ощущать, я реально усну тут. Щу-щу-щу. А, ну вот, пожалуйста. Что она хочет? Какие-то эскорт-услуги, что ли? Неожиданно. Да. Музыка, не сходи с ума, пожалуйста. Я Рио, я все еще не освоил походку. Вот теперь ты понимаешь, что это не от меня зависит, то, как Рио ходит. Нет. Бесишь. Тебя тоже зависит. Ну, иногда вот он тупит. Нет. Не может быть. Чтобы Рио тупил? Никогда такого не было. И чё? Давай поговорим, и дверь откроется. Ну и? А, саундтрек. То есть она нам это жилье типа обеспечила? То есть мы так и не заплатим этому чуваку? Да, походу. Теперь мы должны этой дуре что-нибудь. $38. Я Рио, я никогда не снимаю куртку. Девчонка в одном номере. Раздетая. Мне нельзя раздеваться. Пипирка вся, да? Вау!
Достижение! Не придется ждать конца этого дня, ух! Ребята, вау, мы прошли там какую, четвертую часть, третью часть игры, офигеть. Она еще даже не началась. Ну что ж, за сим всем спасибо, все свободны, вау, спасибо. Да, игра, ты наконец-то близишься к чему-то.